Рабочий день 8 июля закончился несчастьем для одной химкинской семьи. В районе 6 вечера на улице Кирова ребенок выпал из окна жилого дома. Мальчику всего 3,5 года. Ребенок упал не на асфальт, а на козырек в районе 3-го этажа. Выжил. Мы сейчас вызвали скорую, чтобы к нам они приехали и приняли ребенка. А с какого окна он упал? Вот, перед вами, 6-7 этаж. А там вот кто-то ходил вот по крыше, это вот... Это соседи с первого этажа, ну, относительно первого. Ну, да. Угу. Ну, то есть его не трогали, не знаю? Его не трогали. На место трагедии моментально выехали спасатели. Бригада «Химспас» успела первой, помогли спустить мальчика вниз в ожидании скорой. Многочисленные травмы. Через окно 3-го этажа одной из квартир можно проникнуть на козырек, не устанавливая лестниц. Они уже ребенка с крыши достали. Мы с собой взяли щит специальный, иммобилизационное оборудование, все, переложили ребенка на щит. Дальше на лифте пустили его вниз. Мы передали ребенка в скорую. Он периодически был в сознании, периодически терял сознание. По словам медиков, в 18:35 ребенка доставили в Химкинскую областную больницу. После обследования его перевели в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Состояние мальчика стабильно тяжелое, говорят медики. Ушибы легких, переломы ребер. Сейчас он в сознании и дышит самостоятельно. По рассказам очевидцев, причиной трагедии стала москитная сетка, на которую оперся ребенок и не смог удержаться. К сожалению, такие случаи не редкость в летнее время. Так, ровно год назад в Химках выпал 7-летний мальчик с 5-го этажа. Поэтому спасатели и врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности и установить защиту на окна. Например, существуют специальные блокираторы от детей. Маленькая защелка, которая фиксирует створку, оставляя зазор в 20 сантиметров. Этого достаточно, чтобы проветрить комнату и, конечно, сохранить здоровье своим детям. Ксения Брагина, новости Химки ТВ.